Человек всегда мечтал летать. Наблюдая за свободным полетом птиц, он задумывался над тем, какая сила держит живое существо в воздухе, и пытался найти и для себя силу, способную поднять ввысь человека. И, наконец, поднялся над землей, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Солнце. Море света. Я скольжу по поверхности легкой облачной вуали, и все передо мной залито сиянием. Небесный океан безбрежен. По бокам величественно проплывают вертикальные утесы гор. Вся мощь их, вся красота и грандиозность открываются передо мной под сверкающим покрывалом солнечных лучей. Я держусь от них на положенном расстоянии. Линия траектории полета отсекает по бокам серую твердь. Впереди, внизу среди ущелья, виднеется зеленая долина. Мой путь лежит туда. Стремительно приближающиеся ко мне скалы на ярком, расплавленном солнцем свете, выглядят почти черными, а те, что проносятся по бокам, кажутся белыми, с серой заливкой по впадинам и золотой кромкой наверху. Скалы отбрасывают на поверхность деревьев серую тень. Я знаю, что и за мной тянется такая же тень. След мой над землей. Да, я человек, и по рождению не могу летать, как птица, но я человек, и я смог это изменить. Проносясь в стремительном полете над скалами, ущельями и лесами, я испытываю восторг и гордость. Я человек, и я могу все, что я захочу. Мне подвластны стихии, я могу нырять как рыба и летать как птица. Я человек, и я горжусь этим.